В День знаний глава Екатеринбургской митрополии совершил праздничную литургию и молебен на начало учебного года. За богослужением в Свято-Троицком кафедральном соборе молились учащиеся и педагоги Свято-Симеоновской православной гимназии, Екатеринбургской духовной семинарии, Миссионерского института, воскресных и образовательных школ епархии. Также в этот день митрополит Евгений совершил панихиду по известному детскому писателю, создателю легендарного отряда «Каравелла», почетному гражданину города и региона Владиславу Крапивину. Учащиеся, студенты, родители и педагоги вместе со своим правящим архиереем соборно возносили молитвы о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в учебном году. И вы будете изучать разные науки, сложные, не очень, но самая главная наука – это знать Бога, знать того, кто меня сотворил, и более того, знать того, кто меня любит. Ибо Бог есть любовь. Владыка зачитал патриаршее поздравление учащим и учащимся духовных школ Русской Церкви. Затем архипастырь вручил студенческие билеты магистрантам, студентам подготовительного отделения бакалавриата и регентского отделения Екатеринбургской духовной семинарии. Я бы хотел пожелать всем вам, чтобы вы учились, изучали науки, русский язык, математику, литературу, физику, химию, географию. Что еще вы изучаете? Английский язык. Можно не только английский, можно еще церковнославянский изучать. Чтобы все эти науки вы изучали. Но когда вы смотрите на солнце, когда скоро наступит зима, чтобы вы вспоминали о том, что надо помнить о Боге, и чтобы в вашем сердце никогда Бог не исчезал. День знаний – это праздник детей и педагогов, и как символично, что именно 1 сентября год назад завершилась земная жизнь детского писателя и создателя отряда «Каравелла» Владислава Крапивина. Владислав Петрович большую часть жизни посвятил детям, их воспитанию и развитию. Тысячи подростков прошли в его отряде настоящую школу дружбы и взаимопомощи. О правде, о чести, о том, как надо, чтобы жить по-настоящему, по-человечески. Об этом было слово, об этом было служение Владислава Петровича. Здесь присутствуют два человека, которые имеют прямое отношение к его уже христианскому пути. Отец Сергий крестил Владислава Петровича, а отец Максим провожал последний путь как христианина. За панихиды молилась вдова писателя Ирина Крапивина, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, воспитанники, соратники и почитатели творчества Владислава Петровича. Душу от нас приставшегося, раба своего, преснапоминаемого Владислава, в селениях праведных ученик, недрях Авраамлев упокоит, с праведными сопричтет. Также владыка Евгений встретился в этот день со студентами пастырско-богословского и регентского отделения Екатеринбургской духовной семинарии. Во время встречи владыка пожелал студентам успешной учебы, новых свершений и открытий в их студенческой жизни.